Ребят, он красавчик. Добро пожаловать, вы первые гости. Ура! Глеб, у тебя мужик. Бизнес замутил, не побоялся. Дом посмотри, какой отстроил. Короче, он смелый. А такие сейчас редкости. Не поняла? Ты слышишь, что тебе люди говорят? Хватит. Забирай, иди, уходи отсюда. Что ты вылупился на меня, чучело? Не вообще. Да ты кто такой? Чмо с Анной. Иди майку надень. Ты жену мою ударил? Хочешь, чтобы я перед бабой твоей извинился? Ты что, запомни, в драке думать вообще нельзя, это запрещено. Теперь не буду думать. Считаешь, я должен был ушатать того гандона, да? Глеб, ну а вот сам как ты думаешь? Ты хотя бы спросил, каково мне? Ты что ты сделаешь? Как в прошлый раз? Как ты вообще мог такое сожрать? Собирайся. На дачу поедем.